Друзья, привет из города Москвы, с Красной площади. Пошел такой снежочек с ветром. Прямо от меня Кремль. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что вот эти часы я видела только по телевизору, да, когда били куранты. Сколько раз была в Москве, никогда не была именно тут. Поэтому такой, скажем, исторический момент. Справа от меня ГУМ. Знаете, о чем я сейчас подумала? Вот я сейчас в Москве, вся такая в эмоциях положительных. А в Москве я почему? Потому что был форум активных партнеров, потому что я выбрала путь развития в MLM-компании, да? И если бы не это событие, я бы здесь не была, потому что 33 причины у меня было, не сейчас, не время, какие-то нужды. В общем, нашла бы я, куда потратить деньги. А так я здесь, в Москве, у нас сейчас до отправления самолета есть 4 часа, которые мы посвятим именно прогулке. И здорово приезжать именно вот так вот, совмещая приятное с полезным, чего я вам желаю. Еще раз передаю привет с Красной площади и иду дальше путешествовать. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. А как пройти на Красную площадь? Прямо и налево. Да. Карусельки, карусельки. Давайте, приведите за ручки сюда. Отлично танцуете, молодцы. Ну вот, отлично. А что встаете? Ты мерзнуть, конечно. Ну-ка, давай, тряхни. Девчонки, давайте. Ну вот у нас и нас. Давай. Появляются. Давай. Where are you from? Save me, please. Where are you from? China? Hello. Таиланд? Hello. Я так понимаю, Таиланд, да? Yes? Таиланд? Yes. Yes. Из Таиланду привет с Красной площади. What is your name? И почему вообще севастопольским, вологодским, московским детям, якутским не станцевать татарский танец? Да здорово же! Браво! Машенька, вы очень находчивая девушка. Я спрашиваю, что вы еще не танцевали? Сейчас что-нибудь вкусняшки, дети, вам купим вкусняшки. Сосички жарят, пожалуйста. Хочешь? Нет. Нет? И привет всей России! Давайте, мужчины, поближе, да. Come to me. Смотрите, девчонки, больше. Между прочим. Мужики, сколько лет в Москве? Давай. Они пока бумаги, у меня сейчас заполняют. Сюрприз приготовил. Сейчас будет премьера древней присказки. Игорь Присказки. О, передавай, сын. Детишка, привет. Он хочет такой петушок. С Красной площади, да. Нас светит месяц. Получилась такая клевая вещь, и сейчас мы с вами это можем сделать. Только... А там метро такая. То есть сначала метро построили, а потом назвали Таганское, да? Слобода. Ребят, в самом деле, да? Таганское называется. Ну-ка. Здорово. Здесь? Так, дорогая моя, ты первый раз в жизни в этом ГУМе.
мороженое. Итак, мы находимся в ГУМе. Это главный универмаг, универсам, универсальный магазин. Здесь продается все. Даже говорят, что можно танк купить. Что купить? Танк. Танк? Танк, да, можно настоящий купить. Вот наш представитель Москвы, Татьяна. Это почти коренной, это же коренная же жительница. Это коренной житель города Москвы. Вот, давайте спросим, как часто, сколько раз в день Татьяна бывает в ГУМе на Красной площади, живя здесь на регулярной основе. Итак, Татьяна. Последний раз я была в ГУМе на Красной площади 20 лет. А потом я вышла замуж, и уже было не до гуляния. Вот, понимаете, друзья, мы не ценим то, что имеем рядом под боком. В общем, что я хочу сказать, в ГУМе мне понравилось, очень красиво. Ну-ка еще раз, ничего не слышно. Что хочу сказать? Что хочу сказать, в ГУМе мне очень понравилось, попадаешь в какой-то сказочный такой мир. Все в фонариках, в карусельках, везде много мороженого. Сразу захотелось мороженое. Поэтому сейчас мы пройдемся по этажам, сядем и обязательно покушаем продолжаем репортаж из города Москва. С вами Олеся Селезнева. Пленка закончилась, надо сейчас поменять. У нас маленькая техническая неполадка, сейчас мы меняем пленку. Блин, давно говорил, надо паранормальную технику покупать вообще, а то уже запарился с этими пленками. Блин, нормальный фотоаппарат мне купить, да невозможно работать. Да, да, да. Ну все. Камера готова, идем за новую камеру. Смотри, как он интересно в дымке, Олесь. Видишь, в верхнем этаже вообще, кто-нибудь там в этом дымке. Экскурсия по Москве. Вот он, красавец. Так, короче, новая цель, новая мечта. Друзья, видите, можно купить апартаменты. Телефон видите, да, какой крутой блатной. Сразу понятно, что здесь можно купить крутые апартаменты. Все, телефон есть. Олесь, срочно звони, заказывай. Хочешь квартиру в таком доме? Ну, не помешало бы. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.